Все, друзья, отлично, начинаем. Давайте представлюсь. Ракова Юлия, директор по маркетингу по России СНГ, компании GetResponse. И сегодня мы будем говорить именно об email-маркетинге. Я расскажу вам 5 оптимальных шагов к успеху и приведу практические кейсы, как строить email-маркетинг правильно, причем с самого начала. И почему email-маркетинг сейчас особенно актуален? Знаете, это, кстати, многие люди мне говорят, когда приходят к нам в гости вот в GetResponse, когда я выступаю, что все больше и больше людей идет в email-маркетинг. Ну, причина, наверное, в том, что email-маркетинг сейчас для коммерческой коммуникации это самый выгодный канал. И вообще самый выгодный канал digital коммуникаций. По различным исследованиям, если строить email-маркетинг правильно с самого начала, то, вложив 1 доллар, можно получить обратно от 38 до 44 долларов, 44 долларов 25 центов. Это исследование, вот 38 долларов – это исследование GetResponse, и 44 доллара и 25 центов – это исследование Salesforce, это крупнейшая CRM-платформа в мире, вот выдала такие цифры. То есть это просто огромный возврат на маркетинговые инвестиции. Что получается? Понимая, что канал очень-очень выгодный, в этот канал, в email-маркетинг, сейчас идет огромное количество новичков. И вот здесь начинаются, знаете, серьезные проблемы. С чем они связаны? С установкой новичка, к сожалению, от отсутствия опыта. Как идет понимание построения процесса email-маркетинга? Первое. Это сбор базы подписчиков. Что думает новичок? Ну вот сейчас быстренько как-нибудь соберем базу. Причем соберем так, чтобы, знаете, вот было как-то ну совсем быстро и неважно откуда. Скачаем из открытых источников в интернете, да, вот, например, выкладываются куда-то там email-адреса. Или у кого-то быстро купим, у кого-то арендуем, с кем-то обменяемся. То есть, вы знаете, вот любыми путями, чтобы побыстрее, и не важно, какие адреса. Второй шаг стандартен. Быстро сварганим письмо со скидочкой. Не важно, что оно будет кривое, какое-то косое, не важно, что некрасивое, не важно, что оно будет ужасно, например, смотреться на экранах мобильных устройств. Об этом новичок не знает. Ему главное быстро письмо, быстро скидочка и идет дальше. Что? Рассылка по всей базе. Идет большое и ожидание, знаете, вот огромной прибыли, огромных продаж, огромного профита. Но я думаю, вы понимаете, что происходит. С таким стереотипом происходит вот такое. Люди, которых вот адреса были скачаны или куплены где-то, получают непонятно какое письмо, непонятно от кого. Моментально идут жалобы на спам, моментально идут отписки. И вот такие вещи моментально ключевая почтовая система, она блокирует. Вот что называется спам. На самом деле, вот это самая, наверное, первая ошибка, ее ни в коем случае нельзя повторять. И email-маркетинг – это далеко не спам. Есть два важнейших фактора, два при построении email-маркетинга. Это первое – правильный, эффективный сбор базы. Да, это должна быть ваша база, люди, которые знают вас, люди, которые знают ваш продукт. Люди, которые... И второе, это ценность контента, то, что вы отправляете. То есть человек ощущает пользу от вашей рассылки. Кроме того, что еще очень важно, если у человека изменились интересы в данный момент времени, и он уже не заинтересован получать от вас рассылку, что, в общем-то, нормально, всегда будет такой процент людей, которые уже выполнили определенные действия, например, что-то купили вас, и, например, больше не хотят работать. Или вообще специально начали с вами работать, чтобы забрать какой-то контент, но больше они вас не заинтересованы. Их немного, слава богу. Но вот если такие люди появляются, дайте им отписаться быстро и легко, да, через, например, ту же самую в отписку, да, в футере вашего письма. И еще очень важно, это важно для всех нас, для вас, у нас есть закон о рекламе в Российской Федерации, который четко говорит о том, что мы не имеем права высылать письма, то есть рекламные сообщения информационно-рекламного характера тем людям, которые открыто не выразили на это согласие. Соответственно, как это можно сделать, как это можно получить? Естественно, это двойное, вот в частности, да, двойное подтверждение подписки. Вы помните, да, когда вам приходит первое письмо после того, как вы оставили контакты, пожалуйста, подтвердите ваше желание получать наши рассылки, перейдя по ссылке. Вот оно. Это называется в нашем жаргоне, email-маркетологов, double opt-in. Кроме того, да, но немножко позже уже поговорю о том, о другом еще одном законе, о законе о хранении персональных данных, но это уже будет при сборе нашей базы. Вот как раз, да, сбор базы, начинаем, это первый шаг. Как я уже сказала, да, мы категорически, да, не рекомендуем вам покупать базу подписчиков. Не обменивайтесь базами подписчиков. Не скачивайте email-адреса из открытого доступа.
Вот здесь есть еще одна, вот знаете, засада. Ключевые почтовые системы любят размещать в открытом доступе спам-ловушки. Адреса, которые давно уже не используются никем, но размещаете ловушки, когда вы, например, не дай бог, кто-то скачивает эти адреса и по ним отправляет, соответственно, рассылку, ключевая почтовая система моментально фиксирует, что на эту спам-ловушку пришло письмо. И так как, естественно, человек не давал согласия на это, они прекрасно знают, потому что уже адрес не используется. Что делает ключевая почтовая система? Поздравляю, она вас ловит на спам-ловушку. И, соответственно, ваши адреса уходят в спам, да, другая ваша рассылка. И, конечно же, не рассылайте письма людям без их согласия, потому что уже, вы знаете, сейчас есть ряд примеров, когда по суду компании проигрывали, которые рассылают письма, именно из-за того, что люди жаловались на них, потому что они посылали людям информацию без их согласия. И платили штрафы, конечно, компании. Поэтому мы вам рекомендуем что? Собирать базу только органически, органическим путем. И я для вас подготовила небольшой чек-лист. Это чек-лист 10 источников для сбора базы подписчиков. Конечно же, что это? Это ваш сайт, это первый источник. Второй – это ваш блог, где люди читают и могут подписаться, да, на то, чтобы получать обновления вашего блога или какие-то хитовые статьи или дайджесты. А третий – это лендинги. Лендинги – это посадочные страницы, по-другому называются, или одностраничные сайты, целевые страницы, тоже их название. Лендинги – это быстрая упаковка, кстати, проекта. Я расскажу очень интересный кейс, связанный с лендингом. И на лендингах, естественно, тоже размещается форма подписки. Далее. Свои мероприятия офлайн. Вы можете вполне на мероприятиях, на которых выступаете или участвуете в качестве экспонента, на выставке, например, собирать такие базы. И кросс-промо-активности. И если вы делаете что-то вместе с ко-маркетингом, я тоже расскажу этот кейс. То есть у вас ко-маркетинг, вы привлекаете партнеров, вы делаете что-то вместе, партнер оповещает свою базу, вы оповещаете свою, и заинтересовавшиеся люди переходят, например, на лендинг, где объявляется эта активность. Какие могут быть активности? Образовательные могут быть активности, да? Какие-то мероприятия онлайн или даже офлайн. Следующее у нас шестой источник – это вебинары. О, это прекрасная вещь, вебинары становятся все более и более, вы знаете, востребованными сейчас. Причем даже в тяжелых бизнесах B2B и не только в бизнесах, связанных с услугами. Потом, социально, я приведу пример с вебинаром, что недавно сделали мы. В социальных сетях тоже можете, да, размещать определенные призывы к действию, посты и переводить людей из социальных сетей, например, на ваши источники, где они будут оставлять ваши контакты. В точках продаж, например, в ваших магазинах вы тоже можете собирать базу подписчиков. При личных продажах, если ваши селзы, да, ваши менеджеры по продаже собирают базу, то они вполне могут делиться ею, да, для каких-то определенных ваших информационно-рекламных материалов. Но, конечно, при подтверждении желания получать такую подписку. И образовательный контент – это видеокурсы, вот в частности сейчас видео – это вообще видеомаркетинг, это тренд будущего, меняющий реальность. Я могу о нем говорить бесконечно, но, к сожалению, не сейчас. Я тоже приведу пример, что можно делать с образовательным контентом. Есть такая вещь, очень важная, что люди не оставят вам контакты, если вы к этому не призовете. Не предоставите им специальную форму подписки, где они могут оставлять контакты, и желательно дать какое-то еще поощрение в инфобизнесе, да, и на Западе это называется лид-магнит, но вообще это может быть какой-то подарок. Вот часто мы встречаем скидка, да, какая-то, или какой-то подарок, какая-то полезная вещь. И тогда человек оставляет вам свои контакты с большей охотой. Давайте мы вам расскажем наш кейс. Это бизнес-кейс именно GetResponse. Это наша главная страница getresponse.ru. И на GetResponse у нас, вот если вы зайдете на главную страницу, вы увидите вот голубой цвет такой, да, и беленькое, вот эти вот беленькие, получается, такие поля для того, чтобы вы оставили там свои контакты. И раньше это что было? Это была форма регистрации для тех, кто хотел купить сейчас. У нас там стоял призыв действия. Мы в свое время подумали, да, то есть вот GetResponse подумали, в нашем главном офисе, конечно же, и решили, что можно сделать немножко вот другую вещь. То есть изменить поощрение и призыв к действию. И, соответственно, что получилось? Поощрением стало 30 дней бесплатного доступа на нашу платформу. Для того, чтобы человек мог ознакомиться с функционалом, попробовать все это, посмотреть, как оно работает. И, соответственно, уже призыв к действию стал «Попробуйте бесплатно». Кстати, работает всегда безотказный призыв к действию для того, чтобы люди, например, попробовали что-то и оставили свои контакты. Получается дальше. Количество зарегистрированных пользователей у нас только за один месяц
увеличилась на 200%. Моментально за этот, не за один, а за этот же месяц и продолжала расти. Теперь я хочу вам рассказать очень интересный реальный бизнес-кейс. Это прям сбор базы подписчиков, онлайн-конференция, которую мы недавно провели, совсем недавно. Мы провели вместе с двумя компаниями, Origami и Ройстат. Ройстат, да, это сквозная очень интересная аналитика маркетинговая, и Origami – это работа с социальными сетями. И вот этот кейс, это как раз кейс ко-маркетинга. То есть мы все объединились и решили провести онлайн-конференцию, да, потому что у нас похожая целевая аудитория, людям, которым нужен диджитал-маркетинг. Да. И мы решили провести эту онлайн-конференцию с тремя докладчиками от наших компаний в формате вебинара. Договорились мы сделать определенные активности. Да? То есть, в частности, мы размещали в социальных сетях рекламу, делали рассылку. А Ройстат и Оригами тоже делали по своим базам email рассылку, в социальных сетях размещали рекламу и посты, органические посты. Вот теперь смотрите, 673 человека пришло от наших партнеров. Так, к нам. По рекламе, которую мы делали в Фейсбуке и ВКонтакте, нам пришло 575 человек. И наша email-рассылка, естественно, она была таргетирована, это не по всей, конечно, нашей базе. Вот, и наша email-рассылка принесла нам 410 человек. Я очень хочу подчеркнуть вам один факт. Посмотрите, наши партнеры принесли нам де-факто бесплатно, хотя, ну, с другой стороны, мы предоставляли нашу инфраструктуру, да, мы предоставляли нашу платформу, в которой можно вести вебинары и рассылать письма. Но, тем не менее, наши партнеры принесли нам львиную долю. Да, 40%, 40,59% трафика на наш сайт, точнее на наш лендинг. И трафик составил 1658 человек, вот буквально, да, мы все это вот проверили, свели для вас, для этого кейса. И регистрации составили 1116 участников. 1658 – это уникальные пользователи. А что еще было очень здорово? Знаете, это то, что этот проект мы сделали довольно быстро. Максимум за месяц мы договорились, да, за месяц, может быть, и несколько дней. И провели все это, провели подготовку, провели диджитал упаковку. И вот здесь очень хорошо, когда вот для таких проектов вы делаете быструю диджитал упаковку. Из чего она состоит? Минимальные элементы – это лендинг, да, вот она у нас. Email-рассылка, которая приветствует человека, это первое, приветственное, да, когда он падает на лендинг и оставляет свои контакты. И в этой же рассылке первой мы присылаем ссылку для подключения уже на саму конференцию. Вот, и, возможно, можно сделать еще одну email-рассылку как напоминание того, что конференция состоится, например, завтра или там за два дня. И следующая, последняя email-рассылка, она проводится уже после самого вебинара с записью того, да, вот с записью видео, с презентациями и с подарками от партнеров. И еще что мы посмотрели, у нас лендинг вот действительно был очень хороший. И хочу поделиться с вами структурой, например, да, этого лендинга. Она очень простая, и видите, основной первый экран у нас, как увеличить продажи без увеличения рекламного бюджета. Это тема нашей конференции, тема действительно горячая. После этого, да, когда пройдет наша конференция, кнопочка красненькая «Зарегистрироваться», контрастная кнопка, видите, на лендинге. Нажимая кнопку, человек падает на форму регистрации внизу. Заполняет, соответственно, контакты и получает после этого первую рассылку с ссылкой. А на втором экране что человек видит, когда скроллит вниз? Он видит спикеров, кто выступает от каждой компании. После этого очень краткий блок, почему стоит участвовать, это преимущество. На третий экран, когда человек скроллит вниз, он видит программу, да, тему каждого спикера, время, когда человек будет выступать, и тезисы. Вот и все. Де-факто три экрана и очень простой лендинг. Но, конечно, видите, тема хорошая, и тема действительно, она хайповая на рынке сейчас, как увеличить продажи без увеличения бюджета. Собственно, она и будет всегда, наверное, очень такой популярной. Вот посмотрите, что мы заметили. И для меня, если честно, это просто рекорд практики, наверное, диджитал. Конверсия фантастическая. 67,31%. 67% – 0,31%, если быть точным. А вообще на лендинге, вы знаете, по разной статистике, от 2 до, наверное, в 4 раз можно рассчитывать получить больше, чем на сайте конверсию, за счет того, что на лендинге вы собираете именно концентрированную для этой целевой аудитории информацию. Например, по этому продукту или по этой акции. А на сайте человек это все ищет. Вот, но с другой стороны, для нас, вот до этого случая, у меня рекордом был лендинг нашей Академии GetResponse. Там это было 17%, это действительно много. Но вот это абсолютный рекорд. Абсолютный рекорд результативного, очень короткого и красивого лендинга.
Что еще важно? Вот важно еще то, что мы выбрали, вы знаете, вебинар в качестве преподнесения информации, и вебинар очень хороший инструмент для того, чтобы вызвать, во-первых, показать все наглядно, во-вторых, это интерактивная связь, да, связаться с людьми, пообщаться. В-третьих, это человек, это доверие, да, определенное, это статус эксперта, это авторитет определенный, который человек строит, то есть больше доверия к бренду. И, конечно же, вебинары можно из любой страны мира достичь, при условии, что там есть интернет. Вебинар для тех, кто проводит, очень легко подключается все это, очень быстро. И это очень классный инструмент вебинар де-факто. Я вам расскажу, да, еще. То есть это хороший инструмент для того, чтобы привлечь трафик, для того, чтобы собрать контакты, для того, чтобы протестировать рынок. Тот же самый вебинар прекрасно подходит. И еще это прекрасный продающий инструмент, если, конечно, уметь продавать. И вот третий элемент нашей упаковки – это email-рассылка. Видите, что у нас было всего два письма. Даже не три с напоминанием, как я говорила, могло было быть. Но мы взяли два. Это приветственное письмо и постписьмо с записью и подарком. И посмотрите, потрясающий процент открытий, вот открытия и переходы, да, open rate, click rate, два важнейших показателя качества вашей рассылки. И мы посмотрели, вот видите, приветственное письмо 76% открыло и перешли 22%. И письмо с записью даже, да, открыло около 50%, 47, 48 уже даже примерно процентов, и перешло 15%. Я сравнила эти показатели с индустрией образования, среднемировыми показателями по индустрии образования. Даже не по нашей индустрии, не по электронным, да, продажам, не по e-commerce, например, хотя мы игроки, наверное, B2B e-commerce, да, наша платформа, и наши коллеги, которые участвовали с нами в компании. Так вот, в образовании всегда выше в индустрии образования открытий. А здесь получилось что? Получилось, что у нас вот эта вот, знаете, идея, вот рассылка эта, она они в 2-3 раза выше рынка открытия писем и в 3-4,5 раза выше рынка образования перехода по ссылкам. То есть вот получилось, вот, мне очень захотелось поделиться вот подробностями этого проекта с вами, потому что это действительно чемпионские цифры. И, наконец, кроме того, что мы планировали, конечно, в основном собрать базу подписчиков, через 12 дней мы подвели итоги. В общем, мы рано подвели итоги, потому что нужно было подводить через 30 дней. Почему? Потому что, ну, мы и через 30 тоже подведем, потому что у нас 30 дней бесплатного доступа, и после этого мы бы еще увидели, кто конвертировался. Соответственно, на самом вебинаре мы предлагали промокод на ссылку. То есть ссылочку и со скидкой. Сори, промокод на скидку. Ссылочку со скидкой, которую люди могли активировать. И представляете, что получилось? У нас моментально получилось 30 новых пользователей, которые стали тестировать платформу, и моментально 7, практически моментально, вот видите, 7 новых платящих клиентов. И 1116 новых подписчиков. Друзья, поэтому используйте вот такой интересный формат, делайте хорошие лендинги, подключайте вебинары, естественно, связывайте вебинары и лендинги рассылкой, и видите, что может быть. И мало того, это практически бесплатно, потому что партнеры по маркетингу. Вот как хорошо работать с партнерами. Я знаю, что вот, знаете, часто меня, когда я веду этот вебинар, просят прямо вот в комментариях, дайте ссылку на видеозапись этой онлайн-конференции. И мы с радостью предоставим вам ссылку на видеозапись этой конференции, потому что тема, как повысить продажи без повышения бюджета, это очень-очень круто. Для этого, пожалуйста, вот у нас Евгения Теплова, ваше контактное лицо. Напишите, пожалуйста, имейл ей, Евгении, со словом «видео». И Евгения вышлет вам ссылку. Вот я вам даже сюда продублирую Женин адрес. Вот. Вроде так. Следующий шаг очень важный – это контент-маркетинг. Вообще контент-маркетинг – это вечность. Он всегда будет в моде и востребован, потому что это один из самых-самых дешевых, недорогих и эффективных методов продаж. Это ценность контента, которая продает даже лучше, чем любые какие-то рекламные вещи. И я собрала для вас чек-лист 10 видов ценного контента. Но сначала мне хотелось бы вас попросить написать мне, пока я буду рассказывать, из каких вы индустрий. Вот прям можете писать, какие индустрии, почему? Потому что для разных индустрий, что у вас за тип бизнеса, в какой индустрии вы работаете, будет немножко разная подача контента. В частности, когда я буду говорить о welcome-цепочке. Итак, какие у нас виды ценного контента? Первый, конечно, это образовательный контент.
Он строит авторитет, да, через обучение. Мало того, вы воспитываете квалифицированного покупателя, который задает меньше вопросов. И вы показываете статус, да, почему нужно верить в статус. Второе – это такой, знаете, принцип голливудских бестселлеров. Это coming soon, да, скоро будет, скоро что-то случится. И здесь вы прям разогреваете интерес, особенно если вы говорите, что не все получат доступ, потому что скоро будет. Следующее – это доказательства. Вы показываете, почему ваш продукт работает. Четвертое – это, конечно же, вы отвечаете на вопросы подписчиков. Вот это очень важно для B2B, да, на вопросы клиентов потенциальных, на вопросы подписчиков. Всегда хорошо работает неожиданный сюрприз. Это скидка или какой-то подарок, или именно что-то для вас. Еще вот я хочу, наверное, сказать важное очень, почему продукт работает. Доказательством может быть видеоотзыв вашего клиента. Причем не просто видеоотзыв вашего клиента, а видеоотзыв в формате бизнес-кейс. То есть как клиент, зачем клиент использовал продукт ваш, какую проблему он решал, как именно он использовал ваш продукт, каких он добился результатов, и именно поэтому он вас рекомендует. Что еще интересно? Интересно, когда вы пишете о своей команде. И вот здесь люди проникаются симпатией к вам, к вашему бизнесу. Вы пишете о себе, да, и вот это вот уже человеческий уровень доверия. А затем, хорошо работают, конечно, конкурсы, это принцип конкуренции. Это то же самое и в сетях вы делаете. Как я уже говорила, попробуйте бесплатно. Всегда работает. Вы можете что еще? Можете давать ценные, интересные советы и информацию. Например, как сделать что-то проще, как сделать какой-то процесс для ваших подписчиков проще с помощью вашего продукта. И вот это будет очень ценная информация, и люди даже поймут, как использовать ваш продукт, при этом что-то для них становится более простым и эффективным. Если вы B2B, вы можете делать исследования по отрасли. И здесь смотрите, цифры 99% – это нейромаркетинг. Будут работать, например, 99%, ну или там 33%, 78%, неважно. Они будут работать хуже, чем 99,24%. То есть больше доверия, более точных цифр. Если вам хочется вообще о чем писать, то я сделала чек-лист 65 идей для email-рассылок. Я взяла оттуда наши идеи, взяла идеи лучших наших партнеров, взяла идеи лучших наших клиентов, взяла идеи западные, да, которые осуществляются, например, там, в хед-офисе нашем. И вот эта база знаний для вас. Можете запросто переходить, читать. Это моя статья, она опубликована на Кошеру. И для вас это поможет сочинять, создавать, придумывать контент. Если у вас будет интересный, ценный контент, то люди сами будут подписываться на вас, говорить о вас, ждать, открывать и читать ваши письма. Третий шаг. Да, после того, как люди уже, да, к вам прониклись, вы начинаете укреплять и строить доверие для того, чтобы уже разогреть интерес, чтобы люди купили. И вот здесь нужно избежать одну важную такую ошибку, очень серьезную ошибку, это навязчивые продажи. Если высылать по сотню писем в день, я, конечно, утрирую, с криками «купи, купи, купи», скидочка такая, скидочка сякая, то это очень быстро надоест. Поэтому вот человек будет реагировать на вас вот так. Это называется отписки, и это называется жалоба на спам. Соответственно, вопрос. Вопрос, конечно, серьезный, у кого покупают люди. Я думаю, вы уже ответили про себя на этот вопрос, у тех, кому доверяют. И я поделюсь с вами волшебным инструментом, магическим, реально магическим инструментом в email-маркетинге. Он называется Welcome цепочка писем. И он очень хорошо создает доверие. Что это такое? Это последовательность писем, которые отправляются друг за другом человеку, в которых вы строите доверие. Как вы строите доверие? Как в жизни. Если честно, то все как в жизни. Потому что если мы как в жизни, когда с человеком знакомимся, нападаем на него и кричим «купи, купи, купи», человек работать с нами не будет. Если же мы благодарим человека за то, что он с нами общается, рассказываем о себе, чтобы человек понял, как мы можем быть ему полезны, да, предлагаем что-то хорошее, доброе, ценное, человек начинает оттаивать, и он уже хочет с нами беседовать. Вот то же самое, это welcome цепочка. И письма высылаются, как я уже сказала, друг за другом. По контенту сейчас я вас ориентирую. Писем может быть разное количество. Знаете, я встречала и 3 письма высылаю компании, и 5 писем, и 7, и 15, и 17. То есть здесь нужно тестировать. Что покажет ваш тест? Когда у вас, например, упадет серьезно, на каком письме у вас серьезно упадет открываемость, да, и серьезно упадут переходы, вот для вас это будет четким знаком, что вот, наверное, уже может быть что-то оптимизировать, может сделать короче рассылку.
И первое письмо очень важно, этой welcome-цепочкой должно высылаться практически сразу, после того, как человек оставил вам контакт. Потому что человек горит, он вас еще помнит, и потом, если вы вышлете потом, человек может уже забыть и даже не вспомнить. Ну, с нашей хаотической такой жизнью, да, переполненной информацией. А, все это очень быстро программируется, get response, welcome цепочки, ничего сложного нет, ничего вручную высылать не нужно. Есть понятие автоответчики в get response. Также есть фантастическая, очень крутая функция автоматизация маркетинга. Я о ней потом расскажу, но все это позволяет очень быстро эти письма, когда вы их создали, закрепить, да, запланировать, запрограммировать, и они рассылаются людям сами. О чем писать welcome цепочки? Приятно, когда пишется welcome цепочка от имени человека, причем человека со статусом. Это может быть эксперт, это может быть генеральный директор, это может быть владелец компании, это может быть топ-менеджер. То есть статус сразу поднимается у человека, да, который читает, приятно. А потом можно дарить какие-то бонусы или подарки, или полезный контент, или скидку. Вы можете писать о вашем бизнесе, кто вы, что вы. И обязательно писать, давать анонс. Вот я рекомендую давать анонс того, что будет в вашей рассылке. То есть это как раз принцип голливудского бестселлера «Coming soon». То есть, друзья, открывайте наши письма, смотрите, что будет. Будет много классной, полезной информации. Если есть преимущества вашего бизнеса, да, то вы о них тоже пишете. И программа лояльности, и, может быть, у вас доставка бесплатная, или вы дарите что-то своим клиентам. Как я уже говорила, отзывы о вашем бизнесе от благодарных партнеров и клиентов сработают очень хорошо. Вы можете даже писать интересные какие-то истории, если вы B2C. И если вы B2B, можно отвечать на вопросы. Можно отвечать на вопросы и построить свою цепочку по принципу ответа на критические вопросы ваших клиентов, ваших потенциальных клиентов. Как раз вот здесь вы сэкономите время вашей поддержки, и мало того, вы ответите на вопросы, да, вот эти вот людей, вы их просто снимете, и человек быстрее купит ваш товар, особенно если у вас сложный продукт. Естественно, описание вашего продукта, конечно же, подпись того, от чего именно вы пишете, и помните, все-таки в welcome-цепочке такие должны быть ссылки, потому что рассылка – это инструмент, она переводит вас, да, переводит человека, который читает, на ресурсы, на которых вы продаете. Задача welcome-цепочки. Самое главное – это образовать покупателя. То есть, что это значит? Вы создаете квалифицированного покупателя, который меньше задает вопросы о вашем товаре, о ваших услугах, о вас. И человек уже знает, как он будет применять ваш продукт, поэтому он покупает быстрее и вполне вероятно купит больше. А, кроме того, вы рассказываете об своем, например, о своем ассортименте, да, что у вас еще есть. Поэтому человек еще мало того, что, да, купит, например, там какую-то более сложную версию вашего продукта, а он может еще докупить каких-то аксессуаров. И, наконец, очень важно мягко подводить людей к покупке. То есть ни в коем случае не кричать им «купи, купи, купи». Вот задача welcome-цепочки – это именно построение доверия и очень мягко дать человеку возможность самому принять решение, основываясь на полезной информации, которую вы имеете. Человек очень ценит, вы знаете, такую ситуацию, когда он сам принимает решение о покупке и покупает больше охоты. Теперь вообще зачем все это нужно? Вот смотрите статистику. Welcome-цепочка. Открытие на 86% больше, если мы сравниваем с продающими письмами. Переходы чуть ли не на 200% больше, да, плюс 196%. Транзакции, то есть это действия, которые люди совершают, ориентируясь вот на полученную вашу рассылку информации. Плюс 336%. И выручка, вот смотрите, фантастический, потрясающий результат, плюс 320%. Вот видите, как можно быстро и так существенно увеличить выручку. Просто перестать навязчиво продавать и писать добрые, хорошие письма. И писать вот так вот, делать вот такие welcome-цепочки. Итак, welcome-цепочки мы делаем. После этого мы уже начинаем продавать. Мы, да, вот тем, кому мы еще не продали. И вот теперь продающие рассылки. Я собрала для вас 5 ключевых элементов мощной рассылки. Конечно же, нужно понимать, что это за виды рассылок, потому что это и будут, скорее всего, вот ваши цепочки. Welcome мы поговорили, реактивационные тоже поговорим. Говорим о продающих. Привлечение внимания. Очень важна тема письма или заголовок. От 60 до 90% людей не читают рассылку, точнее, они ее даже не открывают, если видят не ошибляющий заголовок. Дизайн письма. Вот здесь по дизайну часто меня спрашивают, а все-таки должно быть просто текст или картинки красивые. И я вам не отвечу. Не отвечу, потому что надо тестировать. Надо тестировать, где-то работает текст, просто текст с гиперссылками. Даже лонгриды, да, то есть длинные письма тоже работают хорошо. А где-то вот в каком-то бизнесе прекрасно идут графические, красивые рассылки без практической информации. Здесь нужно смотреть, где вот лучше показатели открываемости, переходов.
Но есть общие правила, да, для всех. Это адаптивный дизайн. Адаптивный дизайн – это такая вещь, кстати, GetResponse первого вывел ее на рынок. Это автоматическое переформатирование вашей рассылки для того, чтобы она смотрелась прекрасно на экранах мобильных устройств. И это очень серьезно, потому что сейчас, я думаю, уже процентов от 60 до 80 людей открывают хотя бы раз свою почту в день именно с мобильных устройств. Если человек видит некрасивое письмо, не отформатированное, то он не то что читать не будет, я думаю, он может сразу удалять или даже отписываться. Поэтому адаптивный дизайн обязательно должен быть, вот у нас он автоматический. Время отправки. Золотое правило – отправлять тогда, когда читают. Но вы знаете, у пользователя GetResponse с этим легче, потому что у нас есть уникальная на рынке функция «Идеальное время». Наш сервис сам считает, рассчитывает, берет вашу аналитику рассылок и понимает, что, например, у вас, вот даже в разрезе часовых поясов, ваши рассылки открывают именно в это время с большей охотой. И сервис программирует ваши рассылки. То есть 24 часа вы загружаете письмо в GetResponse, и GetResponse после определенной аналитики, как я уже сказала, предыдущих рассылок, он подстраивает отправку именно под время открытия, таким образом повышая процент открытия. Как еще можно повысить эффективность, да, вот всех, эффективность открытия, эффективность вашей рассылки? Есть такая вещь АБ-тесты, они в GetResponse расширенные, то есть идет тестирование того или иного варианта письма на небольшой аудитории сначала. Потом варианты сравниваются, автоматический сервис сравнивает и отправляет самое успешное эффективное письмо по всей, по крупной аудитории, по большой аудитории. Ну, естественно, ту, которую вы заложили, да, но ту, которую вы нацеливаете, аудиторию, которую вы выбрали. Давайте я буду приводить вам примеры. Я выбрала самые яркие примеры. Компания Alltime.ru – это электронные продажи, электронные продажи, да, интернет-магазин, часы, аксессуары и, видите, бижутерия. Это наши клиенты, одни из лучших клиентов наших. И вот вам пример. Кстати, по среднемировой статистике показатель открытий, да, в e-commerce, это 17% открытия среднемировые письма. И тут Alltime.ru, их Елена Антипова, их e-mail-маркетолог Елена Антипова пишет письмо, вы готовы или нет. И открытия в 3 раза превышают среднемировые. Здесь использован очень крутой принцип интриги, потому что что это? К чему готовы? Даже интересно, любопытство. Следующее письмо – выбор успешных людей. Видите, какое оно красивое, и здесь приведены марки часов элитарных, то есть высоко-очень дорогих часов. Вот, но уже даже заголовок такой, да, вот тема письма «Выбор успешных людей», он просто заставляет открыть 45% открытий, почти в 3 раза выше. Почему? Потому что, ну, я думаю, каждый считает себя успешным, а те, кто, может быть, не считает себя пока успешным, хочет посмотреть на выбор успешных людей. Это принцип эксклюзивности, принцип статуса. И часто нужно просто использовать, быть конкретными и использовать горячую тему. Горячая тема, ну, например, праздники. Люди ищут подарки под праздники. И Елена Антипова пишет письмо, и люди получают письмо от Alltime.ru с темой «Выбирайте подарки, загляните к нам». Просто, конкретно, четко. Открытие 43%. Видите, в 2,5 раза минимум больше индустрии. И вот я хочу привести этот пример. Это абсолютно потрясающий пример. Это потрясающий пример красивой и необычной продающей рассылки. Мы все с вами привыкли, что продающая рассылка начинает скидка такая-то на бренд такой-то быстро сегодня, да? Те рассылки, которые нам прорывают через огромное количество спама подобных рассылок. У Елены из Alltime.ru совершенно другая рассылка. Видите, название. Вдохновение осени. Яркие акценты. И мужчинам, и женщинам пошла эта рассылка. Легкая, красивая подача информации. Вот кнопочки, видите, вот на сайт. То есть это кнопка, которая вот с призывом к действию перейти на сайт. Что еще? Очень, да, от имени эксперта эта рассылка идет, конечно. Это часовой эксперт Юлия Берн. То есть видите, какой статус, авторитет. И что самое интересное, мы, если приглядимся, мы увидим, что цен в рассылке нет. Они на сайте. Что мы получаем? Мы получаем 40,77% открытий, мы получаем переходы 10,34% открытий в 3 раза выше, чем по индустрии. Мы получаем интересный показатель store, то есть это click-to-open rate. Это показатель качества контента, это соотношение переходов
открытием. И он характеризует вообще вашу адекватность вашего контента. То есть человек увидел заголовок, прочитал письмо, и он перешел. Это значит, что он нашел то, что искал. Он, значит, вот именно заголовок действительно соответствовал вот этому письму. Вот. И тоже выше индустрии у нас этот показатель качества контента. И, наконец, наверное, вас интересует бизнес-показатель. Это продажи. Конверсии составили 25-35%. То есть больше 2 человек из 100 купили, открыв эту рассылку и перейдя по ней. Шаг 5. Очень важный. Будем говорить о, как бы это правильно сказать, но спасении вашей базы. Объясню. Каждая база подписчиков, я думаю, для новичков это интересно будет узнать, она имеет тенденцию устаревать. У людей изменяются интересы, они отписываются, они уже не пользуются своим ящиком, например, который, ну, например, переполнен, или заводят другие. И есть еще такая важная вещь, что если вы регулярно не коммуницируете с людьми, они вас забывают. И вот эта база, знаете, неактивная, устаревшая, она может очень быстро вырасти, в частности, если, опять же, нерегулярно коммуницируете или вообще почти не коммуницируете, то за полгода ваша база устареет на 50%. Представляете, вы ее собирали, тратили время, тратили деньги, ресурсы. И за 50%, и 50% можно потерять за полгода. Так вот, практически, я считаю, у любого, кто рассылает рассылку, есть все-таки такая база, которую можно реанимировать и вернуть. И вот здесь у нас есть потрясающая функция – автоматизация маркетинга. Это тренд будущего, это функция будущего. И она позволяет вам так рассчитать поведение человека и именно доставить правильному человеку правильное сообщение в правильное время, чтобы человек выполнил нужное вам действие. Но если быть, знаете, вот грубо конкретными, то это звучит так. Очень правильно подвести человека к действию, которое вы хотите, чтобы он сделал. И все это будет автоматизировано, что очень экономит время, ресурсы, деньги. А что делает эта функция? Вот люди, да, ответили, маркетологи, которые автоматизируют все. Увеличение количества лидов потенциальных клиентов на 61% заметили у себя. Повышение качества, то есть что это такое, это квалифицированные покупатели, люди покупают больше, быстрее, чаще. 57% маркетологов говорят, что они это заметили у себя. И, наконец, самое интересное, повышение выручки у продаж произошло практически у половины маркетологов, которые используют автоматизацию маркетинга. 47%. Есть еще масса показателей, которые достигаются с помощью этого, но тем не менее. Marketing Automation – это наша функция GetResponse, это автоматизация маркетинга. И знаете, вот с чем вы часто встречаетесь в автоматизации? Это автоворонки. Это те же самые автоворонки продаж и промо-акции. Вот у нас эта функция делает все это легко и просто. Кроме того, как она еще применяется? Сбор людей на тренинг или вебинар. Программа лояльности определенная, когда вы рассчитываете, кому, за какие действия можно что-то начислять и давать. Вы можете возвращать покупателей в брошенные корзины. Тоже очень круто, что это делается в маркетинговой автоматизации. Можете делать реактивацию базы, расширенную сегментацию. И, наконец, вот плюс нашей автоматизации в том, что это очень легко и быстро. Вы просто редактируете процессы и все. Вот смотрите, это очень красиво выглядит. Честное слово, это легко. То есть принцип какой? Да, вот, например, человек в первый квадратик к вам подписывается. После этого, да, то есть что он сделал? Это принцип действия, подписался. После этого вы высылаете ему первое письмо. То есть это принцип уже условия, да? То есть если подписался, то мы делаем действие и высылаем письмо. Вот. Потом мы программируем время, сколько времени, например, мы ждем до второго письма. Мы, например, высылаем второе письмо, это следующее действие. И вот здесь пошел сценарий. Вот смотрите. Открыл зелененьким? Да. Красненьким? Не открыл. Если открыл зелененьким, мы можем высылать, например, какое-то следующее письмо, да? Или следующее, следующее. Вот так вести человека. Если он не открыл, мы можем перемещать его в другую компанию, например, неактивно, чтобы уже начинать реактивировать. Да? Ну, в частности, вот у некоторых такие сценарии практически чуть ли не с каждого первого письма. Или мы можем прислать человеку, да, какое-то другое письмо с другим ярким, более яркой, цепляющей темой письма. Вдруг у нас из-за темы письма он не открыл. То есть на самом деле вот таким сценарием вы ведете человека сначала, да, к тому, чтобы он начал покупать у вас. И мало того, вы из этого сценария человека
не отпускаете, да, чтобы он потом начал покупать вторичную покупку сделал, да, чтобы потом, например, он дал вам отзыв в соцсетях хороший, или потом, вот, и вот так держите, держите, держите его в блог, переводите, чтобы он статью, например, прочитал, потом переводите на учебный курс, который вы для него делаете, например, бесплатный, чтобы он стал квалифицированным покупателем и купил больше. А тех, которые находятся в неактивных, вы запускаете реактивационную цепочку. Вот, ну вот то, что я рассказала, да, у нас есть ключевые условия, по которым мы строим сценарий. Клик по ссылке, брошенная корзина, да, то есть в этом случае мы быстренько направляем напоминание о том, что что-то есть в корзине, и можно усилить, например, это скидкой, и купил. Если купил, мы можем подарить что-то еще или скидку дать на следующую покупку. Соответственно, вот действие наше, да, отправить письмо, баллы, присвоить баллы, для чего? Если вы будете делать программу лояльности для самых VIP-клиентов, или если вы делаете классную кампанию для VIP-клиентов с какими-то, например, определенными письмами, с какими-то определенными предложениями. И тег. Так это что? Например, активный, неактивный. Четко вы смотрите, кто неактивный, чтобы их реактивировать. Можно делать это по количеству человек, да, диапазон от 100 до 1000 человек, например, вот такие вещи. Я вам привожу пример, это очень интересный пример. Опять же, LTM.ru, Елена Антипова. Когда была введена эта функция у нас год назад, я позвонила Лене и попросила ее оттестировать эту функцию. И Лена, соответственно, взяла легких путей мы не ищем, поэтому Лена взяла как раз реактивационную кампанию, то есть подписчики, которые не были на сайте более 2 лет. Ленины цели были какие? Лены цели были какие? Вернуть клиентов на сайт. И, наконец, понять, кто из них открывает письма, кто вообще уже не реактивируется, а кто более-менее еще вот открывает хотя бы письма. Ожидание открытия было 5-7%, то есть в 3 раза меньше, да, ориентировочно, чем по индустрии открытия. Продаж Лена вообще не ожидала. Лена составила за 3 часа сценарий, как она мне рассказывала, написала 3 классные письма, да, друг за другом, которые отправлялись, и отправила их. На следующий день Лена звонила мне просто вот по телефону, и там были такие эмоции. Почему? Потому что результаты оказались фантастическими. По базе, которая 2 года не заходила на сайт, то есть это вообще неактивно. Первая продажа пошла уже на следующий день. Открытие писем были практически чуть-чуть ниже, чем по индустрии. Переходы, естественно, были, и самое интересное, были продажи со всех писем. С первого письма 1,6%, да, напоминающего о том, что вот вы давно у нас не были, да. Со второго письма 1,84%. И даже с третьего, с последнего письма, который де-факто был уже последним, да. То есть, ну, мы понимаем, что, наверное, вы больше не хотите нас читать, но вот все равно был до 1% продаж. Вот такая магическая функция. Вот такая магическая вещь. Вот, и теперь поговорим по образовательному контенту. Как я уже говорила, мы рассмотрим кейс Академии GetResponse. И это тоже очень классный кейс. Мы сделали полностью его в видеоформате. Мы быстро его упаковали. Видите, это наш лендинг. Симпатичный лендинг. И мы, кстати, вы знаете, что на лендинге хорошо работает? Очень хорошо работает видео. Вот видеомаркетинг, это вот 1-34 секунды. Олег Баша, ведущий курса, генеральный директор GetResponse, я, мы рассказываем об этом курсе. Мы призываем людей учиться. Вот, наша форма подписки. И у нас 10 уроков. 10 уроков, они как, в общем, составляются? Первый – это YouTube, да, видео в формате YouTube. От 2 минут до 9, в зависимости от темы. Мы рассказываем о новейших трендах email-маркетинга. Мы рассказываем о том, как не совершить ошибки, вот как не попадать в спам, да. Мы рассказываем, мы составили контент, который вообще-то во многом отвечает на вопросы наших клиентов. И у нас также рассказываем о хайповых интересных темах, например, о симбиозе каналов социальной сети, которые вечно, наверное, будут развиваться, и о email-маркетинге, 9-й урок я рассказываю об этом. И он сделан полностью в видеоформате. Видеоурок, потом запись вебинара для тех людей, которые хотят погрузиться больше и понять, как та или иная функция уже работает в GetResponse. И запись скринкаста. Ну, например, человек не хочет смотреть вебинар, но он очень хочет быстро воплотить эту функцию, да, быстро сделать за 2 минуты, за 3, и, например, запустить рассылку. Все это у нас есть. Здесь, конечно, люди, которые смотрят все вместе. И, вы знаете, такой формат. И да, и он, конечно же, распространяется по e-mail. Этот урок каждый день приходит вам новое письмо. Уроки не взаимосвязаны. Мы специально так сделали, чтобы люди не чувствовали неловкость, да, какую-то, если пропустил какой-то урок. Это абсолютно не взаимосвязанные уроки. И мы изначально планировали, что это поможет людям освоить нашу платформу. Тем людям, которые у нас уже занимаются. Ну, которые у нас уже работают на платформе.
Мы получили другое, мы через 2 недели после запуска получили 1100 студентов. Ни копейки в продвижение мы не вкладывали. Люди просто узнавали о курсе и писали. Наши партнеры спрашивали нас, почему мы не даем им ссылку, потому что очень классный, бесплатный, крутой видеокурс. Вот, и этот кейс я вам... Да, сейчас уже отучились свыше 3000 студентов. И, конечно же, ежемесячно идут продажи. Почему? Потому что через образовательный контент мы мало того, что собираем базу, мы людям с первого урока прямо вот, знаете, говорим, друзья, перейдите в GetResponse, вот 30 дней бесплатно, попробуйте, посмотрите, воплощайте то, что мы рассказываем, знания, вот эти знания воплощайте в практику прямо у нас на платформе. И, конечно же, люди после этого, да, покупают. Но они сами занимаются, они теперь понимают, для чего они делают ту или иную функцию, как нужно делать так, чтобы, например, в тот же самый спам попадать очень четко. И поэтому, вот видите, вирусный контент не только дает нам базу подписчиков, да, он еще помогает сразу продавать. И люди в России очень ценят образовательный контент, и готовы учиться, готовы открывать письма, видите, и вот наши показатели по имейлу, наши показатели превышают средние по рынку, да, по всей рассылке. Это по всей рассылке, это уникальные пользователи. По рынку образования, опять же, не по рынку e-commerce, например. На 60% открытия и на 200% перехода. Если изначально мы думали, что это повысит лояльность, на самом деле мы получили новые продажи. И лояльность тоже повысили. То есть я к чему веду? Вам очень хорошо можно собирать видеоконтент, можно собирать, простите, базу подписчиков, и не только собирать, но даже продавать. Через сочетание, да, вот лендинг, вебинары или лендинг, видеоконтент и email-рассылки. То есть вот такие вот вещи. И через образование, конечно. Вот такие вот вещи, просвещение, они позволяют очень сэкономить, не вкладывая ничего. Это маркетинг без бюджета практически. Или малобюджетный маркетинг, если будете использовать только нашу платформу. И при этом очень серьезно быстро развиваться. У меня для вас подарочки. Пожалуйста, доступ в Академию GetResponse, ссылочка. Думаю, ее надо запостить, но или организаторы запостят, да, или вам вышлют. И скидка на первые 2 месяца, она действует до 31 декабря. Переходите по ссылке, получайте вашу скидку. Хотите стать партнерами, пишите мне напрямую. Если есть идеи по ко-маркетингу или образовательному контенту, пишите мне напрямую. Вы можете писать мне в сетях, вы можете писать мне по почте. Вот. Если есть вопросы, тоже можете писать. Да? Только мне бы хотелось, конечно, чтобы они были, знаете, как по делу. И вообще я всем вам рекомендую освоить нашу платформу, вот пойти и попробовать. И также хочу сказать, что у нас, опять же, напомнить, 30 дней бесплатно платформа. И у нас русскоязычная поддержка полностью. Работает с 10 утра до 17 часов вечера, до 5 вечера. Работает по будням. И если, когда будете осваивать платформу, будут какие-то вопросы, вы сразу можете писать в лифт-чате. То есть это живой чат, вот у вас на экране вы увидите значок, и можете сразу писать и получать ответы. То есть по продукту, я думаю, прекрасно сориентирует, естественно, нашу поддержку. Подписывайтесь на Академию GetResponse нашу, там максимум информации об email-маркетинге мы собрали. Вот, и кроме того, люди, которые подписаны на Академию, у нас всегда получают доступ к нашим вебинарам. Мы ведем вебинары часто, мы ведем вебинары бесплатные практически, это наша социальная миссия. И мы ведем вебинары с различными партнерами, поэтому мы вас ждем. Так, а сейчас я наконец увидела, да... Сейчас немножечко я посмотрю, чуть-чуть увидела то, что вы пишете, да, вашей индустрии. Так, туризм, строительство, юридический бизнес, экстремальный туризм. Экстремальный туризм вообще великолепно, представляете, какая замечательная может быть рассылка, такая яркая welcome рассылка. Я даже в своей, вот знаете, в своей практике я видела кейс, например, когда магазин товаров для экстремальной индустрии, у них фантастическая рассылка. В некоторых рассылках, в welcome-цепочке, они даже не ставили ссылки, люди все равно переходили и покупали. То есть, Эдуард, для вас это просто здорово.
Образование консалтинг. Ну вот, кстати, Татьяна, образование консалтинг, это может быть замечательно. И страхование тоже. Это, кстати, вполне может быть образовательного рода цепочка. Вот такого типа, идти как welcome, то, что я рассказывала. Так, туризм очень похож на экстремальный, да, сетевой маркетинг. Так, поняла. Как это можно использовать для салона красоты? Анна, салон красоты тоже вполне можно идти через образовательную цепочку. Естественно, вы просто рассказываете, да, даете какие-то советы, и одновременно можно красиво показывать, как вы используете, как используется ваш продукт. Вот помните, как сделать проще, был такой четкий совет в welcome цепочке, как сделать проще. Здесь вот просто будут советы, например, как стать красивее, да, с использованием вот как раз ваших, то, что вы делаете в своем салоне красоты. Так, следующее. Магазин тоже есть, магазин есть, ну так базу подписчиков можно собрать. Как дизайн интерьеров? Великолепный вопрос, но я бы здесь тоже подумала, как делать цепочку, отвечающую на вопросы людей. Потому что вот дизайн интерьеров, это очень тонкая такая вещь, и я думаю, некоторые люди, они сталкивались с не очень качественным опытом здесь. И поэтому здесь просвещение. Вот знаете, все, что связано с услугами, очень хорошо может быть через просвещение, да, то есть как выбрать правильно, как выбирать. То есть, представляете, это прям вот цепочка, построенная на основе вот этих ключевых вопросов людей, ключевых проблем людей. И вы можете быть их консультантом через вашу рассылку, да. И вот так построите великолепным образом этот авторитет, да. Производство сувенирной продукции тоже интересный вариант. Производство интернет-магазин диетических продуктов здоровья. Ну, конечно. Здоровье – это прям тоже абсолютно образовательный, просвещающий контент, как диетические продукты помогают здоровому образу жизни, или если даже больше, да, то есть для кого диетические продукты. Конечно, я не могу всем рекомендовать что-то много, потому что нужно знать специфику бизнеса. Юридический бизнес – тоже такая же ситуация, может быть, как и с дизайном интерьеров. Почему? Потому что столько нюансов, столько аспектов. И Иван, смотрите, Иван и Алена, смотрите, что еще, друзья, что еще хорошо работает? Видео в рассылке. Здесь вы можете, знаете, давать ссылку на видео, где вы, как лицо бренда, друзья, я всем говорю, как вы, как лицо бренда, даете советы. То есть, де-факто, построить, вероятно, вашу рассылку на основе того, что вы эксперт от бизнеса, вы топ-лицо, да, или вы возьмете топ-лицо, да, эксперта, или владельца бизнеса, и он может записывать, знаете, такие небольшие, классные, хорошие советы на 2-4 минуты. То есть, видите, что происходит? Можно совместить welcome-рассылку с тем контентом, который мы делали в академии. Да, вот, потому что мы-то выступаем, да, от имени GetResponse, и мы рассказываем о том или ином аспекте маркетинга, даем рекомендации, как это делать правильно. Вот, поэтому здесь видео просто просится. Что еще? Ивенты. Сергей, ну было бы очень круто, например, в ивент-индустрии вы писали о себе и своей команде, о реализованных ивентах, да, о том, приводили, конечно же, отзывы и отклики людей, успешных, довольных клиентов. А, Светлана, образование. Ну, Светлана, как я уже говорила, вот у нас образовательная наша цепочка, бесплатный курс для вас. Пожалуйста, регистрируйтесь в академии и берите, просто вот смотрите шаблон, вот этот, как вот действовать по такому шаблону. А, что у нас еще? Аудиореклама. Опа! А здесь у вас подкасты могут быть. Вот это да, это же аудио. А подкасты сейчас довольно интересная вещь. Кстати, я буквально сегодня, часа 4 назад, вернулась с прямого эфира радио Media Matrix, и где я рассказывала про социальные сети, про диджитал, про видео, вы знаете, и для малого бизнеса, как все это делать. И для меня вообще было очень интересно понять, что вот когда я находилась в эфире, у нас топ был, вы знаете, 3700 человек, из которых 2400, по-моему, они находились в эфире, то есть смотрели видеотрансляцию, а остальные, они слушали. Они реально слушали. То есть аудиорекламу можно реально идти через подкасты, которые можно давать ссылку на эти подкасты, прямо вот напрямую. Или давать вариант роликов, да, которые вы делаете. То есть это вот как раз демонстрация вашего продукта. Так, отправка серии писем по welcome цепочке подразумевает раз. Нет, Светлана, прекрасный вопрос, спасибо. Огромное спасибо, Светлана. Конечно же, это ни в коем случае не в один день, потому что это будет ужас сразу. Теперь смотрите, вы отправляете их первый нулевой день, это когда человек подписался. После этого вы можете отправлять на следующий день, да, вот, да, или через день. Вопрос какой? Я не могу точно сказать.
через сколько дней вы отправляете письма, потому что у каждого бизнеса, даже не у каждой индустрии, а у каждого бизнеса по-разному. То есть, например, вы можете на следующий день отправлять, или через 2 дня, или через 3, да, но вот желательно, что первое письмо сразу в нулевой день, и второе, например, я часто очень вижу, когда отправляют на следующий день после нулевого письма, после нулевого дня. А здесь еще раз говорю, надо тестировать, то есть вы можете как количество писем, так и периодичность отправки установить, когда вы начнете запустить первую цепочку. Тогда вы увидите, что когда у вас показатели серьезные упадут, письма, вероятно, можно периодично сдвинуть, или уже это письмо не нужно, или цепочку можно сократить. Вот, оптимально, часто очень я встречаю у новичков 3-5 писем. В инфобизнесе и в индустрии образования я вижу 12 писем, 17 писем. То есть бывает вот и 3, и 5, 12, 17. То есть, вы знаете, то есть тут еще немножко еще от индустрии все зависит. Да, по поводу персональных данных. Спасибо большое, Юлия, что вы порекомендовали. По поводу персональных данных, друзья, вы помните, да, закон о хранении и обработке персональных данных с огромными штрафами. Если у нас на сайте не будет политики конфиденциальности и обработки персональных данных, да, в которых вы показываете, как вы обрабатываете персональные данные, это документ, и даете ссылку на нее обязательно. И чаще всего нужно что еще делать, ну, как чаще всего, так тоже рекомендую делать, чтобы было определенное, да, подтверждение именно данное человека, на который оставляет контакты, например, галочка в небольшом окошечке, который говорит о том, что человек согласен, да, с тем, что он передает свои данные, ставит галочку, он передает свои данные на обработку и на хранение вам. Вот. И в идеале этого хватит, чтобы, не дай бог, когда что и как, вас никуда не привлекли и не оштрафовали. То есть вот эта галочка и обязательно ссылка вот в этом тексте на политику конфиденциальности обработки персональных данных, которая может находиться на вашем сайте, например, в футере, да, в самом нижней части вот эта ссылка там находится. То есть вы можете иметь вообще-то две ссылки. Первую в галочке, да, например, политика обработки конфиденциальных данных, и эта ссылка, человек по ссылке переходит на документ. И для подстраховки вы еще обязательно делаете, например, ссылку на этот документ внизу в футере вашего лендинга или сайта. Так, давайте что-нибудь еще посмотрим у вас. Так, что у нас хорошего? Коучинг тоже очень похож на индустрию образования. Здесь, конечно, отзывы клиентов очень важны. Отзывы клиентов, делайте видео отзывы клиентов, друзья. И салон красоты тоже, кстати, салоны красоты, друзья, видео просто для вас это святое, мне кажется. Вот, если видео про то, что у вас в салон красоты, что вы делаете, прям, вы знаете, вот тут можно и пишите о своей команде с использованием видео, и салон красоты, отзыв благодарных клиентов, и до, и после. То есть тут вообще салон красоты, мне кажется, это творчество вообще для рассылок, это просто, это я думаю, вот люди, которые вас читать будут, они будут ждать эти рассылки. Особенно, когда вы будете показывать, как делать что-то быстрее, проще, лучше, используя видеорекламу. Sorry, видеоконтент. Так, что еще? Так. Продукты для здоровья, красоты и дома, конечно. То же самое, это, конечно, визуально. Вот, друзья, знаете, некоторые ваши рассылки, они просто вот, некоторые ваши индустрии, они просят видеоконтент, и они просят вот продукты для здоровья, красоты и дома, они весьма просят графический контент. То здесь я даже, наверное, могу, да, вот как бы я делала, я бы, конечно, делала все-таки больше графики. Больше графики, особенно с учетом вот того, что, например, людям очень нравится видео. А видео мы через рассылку рассылаем. Вы даете просто ссылку, да, на видео. Вот. И оно отражается в вашей рассылке, но человек, кликая на него, на ваше видео, он переходит, например, на YouTube или на тот хранитель, где у вас видео хостинг, где находится видео. Вот, да, то есть видео вы, Анна, не закачиваете, скорее всего, если вы об этом спрашиваете, а вы просто, человек, когда кликает на видео, он переходит и спокойно смотрит это видео. То есть мы с электронной почты должны адреса занести к вам в программу, а затем сделать рассылку. Но они автоматически импортируются, если вы собираете те же самые адреса через наши лендинги. Вот, или что еще вы можете делать? Да, то есть адреса вы загружаете к нам и затем делаете рассылку. Друзья, прекрасный вопрос. Анна, прекрасный вопрос. Теперь очень внимательно слушаем. Я не рекомендую вам начинать работу с базой, с которой вы не коммуницировали около 3 месяцев, 2-3 месяца подряд, потому что уже пойдет устаревание.
Это первое. Вот, ни в коем случае не загружайте. То есть вам нужно сначала, я вот рекомендую вам загружать GetResponse уже базу, которая, понимаете, которая не устаревшая. Тогда у вас будет меньше ошибок доставки, меньше жалоб на спам. Наш сервис очень серьезно отслеживает, вы знаете, спамеров и блокирует. То есть очень серьезный контроль. Почему нам очень важна наша репутация, репутация нашего сервиса в глазах почтовых систем, которая обеспечивает высокий уровень доставляемости ваших писем. Поэтому здесь, если у вас по рассылкам, которые вы загружаете, база устаревшая, база, с которой вы давно не говорили, не коммуницировали, и база, в которой в этой базе могут быть много ошибок доставки, в этой базе может быть много, но самое главное, понимаете, не столько даже ошибки, а жалоб на спам. И в этом случае она будет заблокирована. То есть сначала у вас просто не дойдут ваши письма, да, потому что, например, ключевые почтовые системы заработают и отправят. А потом, естественно, будет такое понимание, что у нас в системе это поэтому, пожалуйста, рекомендую загружать активную живую базу. Активную живую базу. То есть вы можете где-то там, да, то есть, ну, в общем, ту базу, которая читает письма. Да и вы деньги сэкономите при этом, понимаете, потому что вот в ключевых рассылщиках, компаниях, тарификация идет от чего? Тарификация идет от количества, у многих очень, практически у всех, от количества контактов в базе. Поэтому зачем вам загружать мертвые адреса и за это платить? Зачем эти адреса, они уже не действительны. Почистите базу, загружайте к нам. Мы как собираем, или HitPro, предложение для малого и среднего бизнеса, мы как собираем, или GetResponse помогает. Мы предоставляем Марину платформу. То есть у нас есть лендинги, да, у нас они быстренько интегрируются вместе с рассылками, и рассылки рассылаются. А вы уже, например, на людей отправляете трафик, да, или вы можете использовать наши вебинары, да, вот, то есть брать наш лендинг у нас, конструировать, проводить у нас вебинары, собирать базу, и, например, по всему этому рассылать письма. То есть мы предоставляем вам инфраструктуру. Базу собираете, используя нашу инфраструктуру вы. А, Татьяна, сколько стоит продукт наш? Знаете, он стоит от $15 в месяц. Вот, но сейчас идут вот у нас скидки до 21 ноября. И я вам выслала, не выслала, сейчас будет выслан, я так полагаю, промокод на 50% скидки на три тарифа, email, pro и max. Потому что от $15 я не могу назвать точное название, точную сумму, да, сколько будет стоить продукт, потому что все зависит от количества адресов, контактов в вашей базе и зависит от тех функций, которые вы используете. Например, если вы берете вебинары там на большое количество участников, это, конечно, удорожает. Какие у вас лендинги? Лендинги у нас красивые. Лендинги у нас красивые, у нас выше 150 шаблонов. 150 шаблонов лендингов, вы знаете, они посвящены там всему. Быстро редактируются, дизайнер не нужен. Они посвящены и вебинарам, и ивентам, то есть просто шаблоны, куда вы записываете, да, а уже де-факто у вас шаблон дизайнерский уже сделан. А лендинги, их много. Все, что могу сказать, они красивые, разные, их много. Вы знаете, наши клиенты используют даже вот лендинги, собранные у нас, вот сделанные на нашей платформе, для того, чтобы предлагать даже вот для мероприятий, для залов профессиональных в аренду. Причем такие красивые лендинги получаются. И, конечно же, на этих лендингах есть форма подписки, естественно. То есть она туда спокойно интегрируется с вами, вы выбираете форму подписки, то есть вам не нужно как-то... И даже больше. Знаете, друзья, у нас есть всплывающие окна, поп-апы. И я забыла вам сказать, но с помощью всплывающих окон можно очень круто набирать базу. Но по-умному. Есть такой, вот знаете, один из самых эффективных путей, когда у вас всплывающее окно появляется, когда человек собирается покидать ваш сайт. И если у вас здесь классный призыв к действию, что-то классное вы дарите, хорошее, то это очень быстро собирает, да, людей. Вот когда вы только приходите на сайт и сразу выпрыгивает всплывающее окно, это ужас. Ну, согласитесь, это вот, ну, всем не нравится. А когда человек уже вот уходит, он что-то не нашел, вы можете ему что-то вдогонку предложить. Вот опять же, как Лена Антипова строила маркетинг с нуля, да, вот в All Time Raw, о котором я рассказывала. И за счет лендинга, вот за счет, сори, не лендинга, за счет всплывающего окна, которое появлялось, да, вот когда человек покидал блог, когда человек покидал сайт, когда человек покидал корзину, да, которую он уже начал оформлять, вот, и когда это окно всплывало, там было очень там здорово написано, и какой-то подарок они давали. Она собрала за месяц там минимум, по-моему, 1000 адресов. Вот
именно насчет всплывающего окна. Автоответчики как работают? Автоответчики вы просто переносите туда ваш контент, автоответчики, все автоматизировано. Ставите, выбираете день, переносите контент, и они программируют. То есть смотрите, если функционально отвечать. Автоответчики, что это такое? Это когда человек, да, например, подписывается к вам, то есть он получает автоответ. Вот он получает это письмо в качестве ответа на какое-то его действие. То есть автоответчики чаще всего, они настраиваются вот именно по каким-то действиям и иногда по событиям. То есть действие, человек подписался, раз, и он получает письмо. Потом, если автоматизацию маркетинга мы уже берем, да, например, человек сделал какое-то действие, например, человек открыл письмо, да, он получает что-то еще. То есть автоответчики, они смотрят какие-то определенные действия, да, и высылают человеку сообщение. А где можно найти образцы готовых лендингов? Да, Евгения, ты мне поможешь? Ты можешь сбросить, знаешь что? Мне Евгения сегодня помогает тепло, да. Ты можешь сбросить ссылку на лендинг, который использует наш клиент? Это вот прям образец. Ты знаешь, в каком лендинге я говорю, мероприятие? И залы в аренду, если у тебя под рукой есть? Я думаю, сейчас вы увидите просто очень один из крутых лендингов, очень красивых, который сделан на нашем платформе. Так, что у нас еще? Друзья, задавайте вопросы пока. Задавайте вопросы. Еще хотела сказать, да, немножко про автоответчики еще. Чуть-чуть забыла сказать про то, что, вот, кстати, welcome-цепочка, которая строится на автоответчиках, вот автоответчики, они еще строятся по времени, естественно, по времени, да, то есть вы можете отправлять письма людям, исходя из того запрограммированного количества дней, например, на 5-й день, или на 7-й, или на 10-й. То есть вот такие это вещи. Это вещи, как часть автоматизации идет. И уже, да, вот самые простые автоответчики – это по времени, вот, а уже в автоматизации используются как раз вот это сценарии под действием, когда вот автоматизируется отправка сообщения в зависимости от совершенного какого-то действия. Учитесь бесплатно – это к чему относилось? Учитесь бесплатно относилось к нашей академии GetResponse. Учитесь бесплатно – это призыв к действию, который мы показывали на нашем лендинге. И учитесь бесплатно, это 10 уроков по email-маркетингу, сделанные в видеоформате, которые высылаются к вам ежедневно, да, каждый день новый урок. Это Академия GetResponse, вот я вам даже ссылку сейчас, по-моему, ссылка у вас была, Академия GetResponse. Это электронный, то есть онлайн-видеокурс, который вы можете получить, если подпишетесь на Академию. Бросьте ссылку на бесплатные вебинары. А вы имеете в виду как раз вот Академия GetResponse, да? Сейчас, да? Уже не можешь сбросить, или я могу сбросить, но у меня ссылка будет уже. И вот такой классный лендинг, который можно сделать самостоятельно, или все-таки есть смысл обратиться к дизайнеру? Светлана, отличный вопрос. Если вы хорошо знаете дизайн сами, то обращаться не надо. Но я все-таки думаю, что вот этот классный лендинг был сделан, может быть, с какой-то помощью дизайнера. Не знаю даже, на каком уровне там дизайнер помогал, на консалтинге или сам там картинки загружал. Но, скорее всего, конечно, картинки он загружал сам, потому что вот... Да, друзья, кстати, у нас еще одна тема хорошая. У нас есть галерея бесплатных фотографий, огромная, тысячи. То есть не нужно ничего платить, не нужно ничего искать. То есть можно выбрать из фотографий, которые есть. Вот это очень хорошо использовать, вы знаете, для рассылок, и в крайнем случае для лендингов, ну и вообще для лендингов.
Вот. Но если вы хотите показать, вы знаете, на лендинге ваше помещение, да, вот как на лендинге, который сбросил Евгения, то, конечно, вам придется загружать эти фотографии и делать их хорошим разрешением. То есть, если у вас какая-то есть мощная графика, которая требует дизайна, нужен дизайнер. А если графики нет, то вот Женя правильно ответила. Сами по шаблону можете сделать и публиковать. Иногда бывает видео, где показывают, как его нужно делать, что откуда брать. Я вас поняла. Да, у нас есть. Смотрите, что я вам предлагаю. Все. Я вам сейчас пишу наш канал на YouTube. На нашем канале у нас есть масса вот таких вот красивых видео, маленьких, это называется скринкаст, которые показывают, сейчас я вам пришлю, как делать ту или иную функцию. Вот смотрите, вот сюда, добро пожаловать, смотрите видео, если вы хотите, он покажет, как делать лендинг, вы увидите, как делать рассылку, все что угодно. Это маленькие, небольшие видео, хорошие. И там же, друзья, бесплатные вебинары. Где бесплатные, да, конечно. Марин, можно, да. Так, на всякий случай, Академию GetResponse я вам еще раз продублирую ссылку. Жень, или ты, ну, окей, я. Вот она. Вот там тоже бесплатные вебинары. Вот это и есть курс «Обучайтесь бесплатно». Так. Друзья, есть ли еще какие-то вопросы, есть ли еще какие-то предложения? Ага, так. Я-то что видела, к сожалению, простите, для меня не знаком этот сервис вебинаров, который мы сейчас ведем, потому что мы все делаем GetResponse. Поэтому я среагировала на ваши вопросы чуть-чуть позже, видите, почти в конце. И у меня очень вот это вот было для меня загадочно, где вопросы вообще. И, к сожалению, я не видела интересное возражение, которое звучало, не то что возражение, размышление от Анны, так вроде все сейчас идут в WhatsApp. Вот это не проблема. Сейчас я вам объясню, почему. Все идут в WhatsApp, все идут в Telegram, все идут в Facebook, где еще мессенджеры у нас, все идут в ВКонтакте, все идут вот, даже в Skype, Slack. Вот видите, минимум 7 мессенджеров, которые пользуются люди, ну, в Москве, вот я могу судить. И в том-то и проблема, что огромное количество неотвеченных сообщений в разных мессенджерах, по крайней мере, то, что я вижу у себя, это ужас какой-то, Viber даже у меня есть. А имейл я открываю по 5, по 6 раз в день. Да, это так, потому что я боюсь пропустить там какие-то ключевые письма, которые мне идут. Поэтому сколько бы ни было различных мессенджеров, в том-то и проблема, что постоянные системные коммуникации, ни один мессенджер, именно из-за того, что пользуемся мы 3-4, в столице вообще 7-8, 7-8, вот этой системной четкой коммуникации нет. А имейл до сих пор остается главной в бизнес-коммуникации и в коммерческой коммуникации. Вот видите, я вам цифры показала. В коммерческой коммуникации имейл все равно открывает еще там. Вот, поэтому, с одной стороны, все идут в разные мессенджеры, но иметь какой-то концентрированный, знаете, поток информации, более полный, чем 5, 6, 7 предложений, в мессенджерах она еще и разорвана, и очень много чатов внутри каждого мессенджера. У меня в Телеграме, мне страшно сказать, сколько у меня, я уже путаюсь просто. Но имейл я четко, да, вот как и многие другие люди, проверяю по несколько раз в день и очень часто. Вот, поэтому на самом деле, хоть и существует вот такой тренд, что кто-то идет в мессенджеры, там боты и все остальное, друзья, имейл все равно остается одним из главных каналов, которые системно проверяются. Приверженцы мессенджеров говорят обратное. Ну, конечно, не буду говорить обратное. Только вот мне интересно, вот приверженцы мессенджеров, я у них вижу по 3, 4, 5, знаете, мессенджеров, в каждом по 5, по 6, по 7 чатов. Я так полагаю, что они даже в своих мессенджерах часть чатов просто пропускают. Поэтому чаты не выход. Чаты не выход. Имейл остается. Имейл все еще остается. Так, друзья, ну что, если у вас нет вопросов, так, сейчас. Я ничего не пропустила. Нет, вроде бы ничего. Надо же, какая новая платформа, и я с трудом ориентируюсь. Прошу прощения, что не ответила вовремя. Друзья, если у вас нет вопросов, огромное вам спасибо за ваше внимание. Учитесь в нашей академии. Пробуйте наш сервис бесплатно. Смотрите видео на YouTube наши, которые объясняют продукт.
И я очень хочу поблагодарить организаторов Олега и Юлию. Спасибо вам огромное. И это здорово, что вы снова нас приглашаете на вебинар. И вот видите, это пример ко-маркетинга. Как хорошо работает ко-маркетинг. Когда мы получаем ваше внимание, а Олег и Юлия получают полезный, ценный контент. Вот на этом вы можете строить маркетинг без бюджета. Огромное спасибо, друзья. Хорошего вам вечера и успехов в развитии вашего бизнеса и ваших продаж.